Здравствуйте, дорогие мои зрители моего канала «Сама себе огород». Сегодня, друзья, я хочу поговорить, продолжить тему о подготовке теплицы к весне. Какие мои действия? Тот, кто со мной знаком, значит, видел мои публикации о том, как я теплицу уже обработала от болезней, вымывала ее хорошо, всю эту, так как теплица у меня с окон, все окна, если были какие-то позеленения, все это я вымывала белизной, обрабатывала. Все это уже я обработала от болезней, от вредителей. Теперь что у нас осталось? Подготовить грунт. Перед тем, как начинать перекопку участков теплицы, я сначала рассыпаю тщательно двухлетний компост. Где-то примерно слой сантиметр, может, немножко меньше. Хорошо рассыпаю. Короче, так уплотняю, чтобы все было покрыто хорошо. И при перекопке первого ряда я сразу начинаю все рядки укладывать вот такую зелень. То, что выросло у меня в саду. Это крапива. Это листья одуванчиков, листья подорожников. И даже могу добавить горчицу, овес, то, что у меня выросло на пересеве. И обязательно добавляю бархатцы. Бархатцы у меня любят... почему я люблю бархатцы укладывать сюда? Потому что бархатцы не любят муравьи. Они отпугивают их. Поэтому... Бархатцы я обязательно не забываю сюда укладывать. Все это порубала я тщательно лопатой и увлажняю. Увлажняю где-то вот этот рядок у меня идет 1 30 м. Выливаю я сюда 10-литровую лейку воды. После того, как я хорошо увлажнила этот рядок, потом я разбавляю вот такой вот Байкал-М микробиологического удобрения для восстановления плодородия различных типов почв и ускорения созревания компоста. С Байкалом-М я не расстаюсь ни весной, ни осенью. Вот так как у нас еще середина октября и до конца ноября температура будет еще, надеюсь, плюсовая у меня в теплице обычно бывает. Где-то от 7 до 10 градусов. У меня в теплице бывает вот такая температура. Если еще тем более я накрываю полиэтиленом, то в грунте будет еще сохраниться такая температура для компоста, чтобы тут все быстренько созрело. Вот. Потом, когда все это я прокопала, и опять поливаю еще по грунту Байкалом М и обязательно накрываю полиэтиленом. Потом, где уже в конце ноября, когда уже начинаются такие перед сильными морозами большими, я уже подготавливаю себе рядки такие же для того, чтобы что я хочу посеять, например, на зиму. Обычно я сею укроп, редиску. И можно цветы какие, даже можно помидоры посеять. Это же на усмотрение, кто что сеет. Вот, друзья, что я делаю в своей теплице с грунтом. Делитесь, пожалуйста, тоже, как вы подготавливаете свою теплицу к весне. Мне будет приятно. Теперь я с вами, друзья, попрощаюсь. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч!